Всем привет! С вами Максим Крюков и вы на канале про Unity. В прошлом выпуске мы добавляли врагов, а в этом будем от них отбиваться с помощью башен. Стены только замедляли врагов путем увеличения пути, который им необходимо пройти. Но цель ведь игры — победить врагов до того, как они достигнут пункта назначения. Этим мы и займемся. Башни будут располагаться на поле аналогично стенам. Они пока не являются каким-либо контент-тайлом, поэтому давайте перейдем в нам GameTile Content Type и добавим башню Tower. Теперь перейдем в GameTile Content Factory и добавим ссылочку на prefab башни. Также обработчик switch не забываем, если запрошен тип Tower, то отдаем Tower Prefab. Теперь добавим скрипт Tower, который будет отвечать за нахождение врагов и стрельбу по ним. Он будет наследоваться от GameTile контента. Публичный, естественно. Убираем ненужные namespace. Есть. Теперь перейдем в Unity и настроим prefab. За основу мы будем брать prefab стены. Перетягиваем его на сцену. Обрываем связь между префабом и объектом. И переименовываем его в Tower. Компонент GameTile Content удаляем. Добавляем Tower. Тип, естественно, тоже выбираем Tower. Теперь создадим материал для нашей башни. Я сделаю ее черной, чтобы отличались как-то от стен. И на куб перетягиваю, собственно, этот материал. Есть. Теперь создадим еще пару кубов. Скопируем этот, вставим его и сделаем чуть поменьше. 0,5. И по высоте будет 0,75. Вот так. Теперь нам понадобится еще один куб, который будет представлять из себя туретку. По высоте будет он иметь 1,25. Почему он отдельный? Потому что он будет крутиться. То есть башня будет следить за врагами и стрелять по ним. Назовем ее турет. И удалим у нее бокс коллайдер. Вместо ее бокс-коллайдера будет использоваться коллайдер вот этого основания. Это нам пригодится в дальнейшем. Делаем его по Y2 и 0,5 по высоте. Также нам понадобится луч лазерный, который будет стрелять по врагам. Я буду использовать также кубик. Назову его лазер бим. Отключаю у него тени, receive и cast, потому что нам не нужно, чтобы с лучом происходили какие-то взаимодействия теней. И создадим для него еще один материал. Laser beam. Рендеринг мод у него будет fade, так как он будет полупрозрачный. Черный, по альфе полупрозрачный, и еще добавим ему эмиссию в виде красного цвета. Перетягиваем на лазер бим и уменьшаем его размер на 0,2, 0,2, 0,2. Будет сидеть посерединке и растягиваться в момент выстрела. Есть. Теперь сохраняем префаб. Этот удаляем на сцене. И в фабрику контента перетягиваем префаб башни. Есть. Теперь добавим логику добавления этих самых башен. Переходим в скрипт GameBoard. Копируем метод toggleWall. И вставляем. Переименовываем его на toggleTower. И также все упоминания wall в этом методе меняем на tower. Так как для нахождения пути tower будет вести себя точно так же, как и wall. Единственное, что мы добавим, это возможность поменять башню
вернее, поменять стену на башню. Добавим условие else if tile content type равно wall, то мы можем поставить башню tower. Ничего пересчитывать не надо, так как я сказал, что они ведут себя одинаково, в принципе. Теперь добавим вызов этого метода в скрипте game. Так же, как мы делали с зажатым left shift для destination и spawn point, будем делать и для wall и tower. Если левый shift зажат, то спауним tower. Если нет, то стену. Осталось теперь добавить проверку на нахождение пути. Перейдем в GameTileContent и добавим свойство isBlockingPath. И он будет зависеть от типа. Если тип равен wall или тип равен tower, то, собственно, мы блокируем путь. Теперь использование этого свойства. Переходим в GameTile и в методе GrowPathTo, вот в этом месте, нам нужно проверять уже не тип, а content из blocking path. Если это так, то возвращаем null, а если нет, то neighbor. Перейдем в Unity и посмотрим, как оно будет работать. Зажатым шифтом ставим башни без стены. Все работает. Башня может делать свою работу, если есть враг. Когда враг найден, нужно решить, в какую часть врага целиться. Мы будем использовать физику для обнаружения целей. Давайте создадим скрипт target point. У него будет две ссылки. Первая — это свойство на enemy, публичный get, приватный set. И вектор 3 position. Ссылается на свой position. Теперь в методе awake мы будем getать enemy. Как мы будем это делать? Берем transform root. Это ключевое слово, которое возвращает самый высший компонент в иерархии. И get component у него enemy. Есть. Теперь модифицируем prefab врага. Кликаем два раза на enemy. И появляемся в сцене модифицирования префаба. На наш куб вешаем target point и добавляем самый простой коллайдер — сферу. Делаем радиус у нее уже 0.5, делаем 0.25, поменьше. И сохраняем префаб. Башни должны отслеживать только врагов и ничего более. Поэтому создадим отдельный лейер для врагов и назовем его enemy. Переходим в лейеры, add layer. И на девятую позицию пишем enemy. Есть. Теперь промаркируем префаб лейером enemy. Во всплывающем окне выбираем да для всех чилдренов. Значит, что все объекты будут иметь этот layer. Сохраняем и выходим. Layer enemy будет использоваться только для обнаружения. Остальное физическое взаимодействие не нужно. Поэтому отключим коллизии врага с чем бы то ни было еще. Переходим во вкладку Edit, Project Settings,
физика, и видим матрицу коллизий. Здесь по этому столбцу у нас есть enemy, и отключаем у него все взаимодействие с остальными лейерами. Закрываем. Теперь в скрипте GameBoard изменим Raycast логику. Переходим в GameBoard и находим тип GameTile. Сделаем так, чтобы луч сталкивался только с лейером Default. Метод Raycast перегружен несколькими версиями, нам понадобится та, что с максимальной дистанцией и маской целевого лейера. Дописываем здесь float max value и единицу. Это наш дефолтный лейер. Добавим метод для обновления всех типов контента. В скрипте GameTileContent добавим публичный виртуальный метод GameUpdate. А в скрипте Tower переопределим его. Public Override GameUpdate. Базовая реализация нам не нужна. Наполним эту функцию позже, а пока перейдем в GameBoard и допишем еще одну коллекцию для обновляемых контентов. Пишем private list GameTile content content to update. Также создадим еще один публичный метод для обновления. Public void GameUpdate. В нем мы будем пробегаться по массиву Content to Update. И обновлять его. Теперь нужно дописать добавление и удаление в этот список. На данный момент это будут только башни, поэтому переходим в метод ToggleTower. И в этом месте мы удаляем его, remove tile content, а в этих двух местах добавляем. Вернее, не так, нам нужно здесь сделать проверку, вот здесь. Else. Вот эту логику сюда. Значит, если пути найдены, значит все хорошо, и мы можем добавить контент update в коллекцию. Если нет, то делаем, что делали до этого. Теперь в этом случае, когда мы превращаем wall в tower, также добавляем контент update. Осталось перейти в game и добавить вызов board game update после enemies game update. Есть. Башни должны иметь лимитированную дальность прицеливания, поэтому создадим конфигурационную переменную в скрипте tower. Пишем атрибут serialize field, также атрибут range от 1.5 до 10.5. Privat float targeting range. По умолчанию пусть будет 1.5. Допишем визуализацию этой переменной с помощью Gizmos. Это стандартный инструмент Unity для визуализации чего-либо в сцене. Мы будем пользоваться методом onDrawGizmosSelected. GizmosSelected. Он вызывается каждый кадр, пока мы находимся в окне сцены и пока выбран этот объект. Пишем gizmos color равно yellow. Далее vector 3 position равно transform position, вернее локальный position. Поднимем чуть по Y.
и будем рисовать сферу. Gizmos draw wire sphere. Она принимает в себя позицию и радиус. А в качестве радиуса передаем наш range. Перейдем в Unity и протестируем. Поставим пару башен, перейдем в сцену и выделим какую-то из башен. Теперь, как вы видите, у нас рисуется вот такая вот сфера, желтая, вокруг башни. Это ее range. Мы можем его изменять как угодно и наблюдать, насколько далеко она будет стрелять относительно поля. Обратите внимание, что при том, как мы кликнули на башню, выбралась не сама башня, а ее дочерний элемент. Это не совсем удобно, поэтому давайте будем использовать атрибут Selection Base. А добавим его на GameTileContent. Это позволит нам при клике выбирать родительский объект. Проверим, как это работает. Опять добавим пару башен. Выбираем башню. И, как вы видите, выбрался именно элемент башни. Теперь перейдем в Script Tower и допишем обнаружение врага. Private bool is acquire target. Он будет отвечать за нахождение таргета. Создаем массив коллайдеров. Targets. И наполнять их будем с помощью метода physics overlap sphere. Стандартный метод физики, который пускает коллайдер, и все, с чем он соприкоснется, вернется в наш массив. Передаем туда transform local position и targeting range. Если что-нибудь нашли, length больше нуля, то добавляем первый target в наш. Для этого создадим переменную targetPoint, target, и будем сетить в нее первый элемент массива. От нуля, getComponent, targetPoint. Возвращаем true, то есть нашли. Если ничего не нашли, то обнуляем target и возвращаем false. Теперь добавим метод, вернее вызов этого метода в GameUpdate. Если is acquire target, то временно вызовем debug log target found. Позже допишем другую логику. Возможно, вы заметили, что с помощью этого вызова функции можно добиться того, что не будет найден target point. Например, мы соприкоснемся с каким-то другим коллайдером. Действительно, это может быть, и решить это можно с помощью добавления layer mask по нашей enemy. Private const int enemy layer mask. И вот такая специфическая конструкция. То есть мы делаем побитовый сдвиг на 9 элементов. Передаем этот layer mask сюда. И теперь Overlap Sphere будет работать только по enemy. Как это произошло? У нас была вот такая вот маска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы берем эту единицу, сдвигаем на 9 разрядов сюда. Она становится здесь. Здесь будет 0. Соответственно, значение будет равно 2 в 9 степени. Это 512. Мы могли бы также написать сюда 512. Но для других людей, которые не писали этот код, 512 будет выглядеть как магическое число. Поэтому мы будем использовать вот такую layer mask, где все понятно. Давайте также визуализируем цель с помощью Gizmos.
Добавим проверку, если таргет не равен нулю. То меняем gizmos color на красный. Вот. И выведем line. Gizmos draw line от position до target position. Перейдем в Unity и запустим. Сделаем спаун поменьше, чтобы враги не мешали. Ставим башню. Вот она пока не видит. Сделаем побольше. Вот видно здесь линию. Находит врагов. Хорошо. Какая цель будет найдена, зависит от того, в каком порядке физический движок нашел их, что является произвольной выборкой. Как результат, цель может измениться непонятно почему. Имеет смысл не пытаться искать цель, когда она уже найдена. Поэтому создадим метод isTargetTracked. Private bool isTargetTracked. Если target равен нулю, return false. Если нет, то нам нужно будет посчитать дистанцию от нас до цели, чтобы мы не целились, когда цель убежала. Пишем вектор 3, myPosition, transform local position. Вектор 3, target position, target position. Если вектор 3 distance от myPosition до targetPosition больше, чем targetInRange, то target равно null и return false. В остальных случаях return true. Также следует учитывать, что мы находим именно сферу, а у нее есть радиус. Поэтому здесь добавим приплюсовку 0,125. Почему именно 125? Ведь радиус у нас был 0,25. Это потому, что scale куба также 0,5. Это можно оставить без изменений, но я считаю, что нужно перейти в target point и дописать свойство collider size. Потому что если мы изменим в будущем куб или изменим радиус сферы, нам придется потом бегать по всем местам и смотреть, есть ли тут какие-то такие значения. То есть это магические цифры, которые не нужны. Добавим public float collider size get private set. И в awake рассчитаем его. Он будет равен getComponent sphereCollider радиус, умноженный на transform localScale x. Теперь вместо этой цифры допишем target collider size. Что еще следует учитывать? Мы спауним enemy с разным скейлом. То есть родительский объект также имеет разный скейл. Поэтому перейдем в скрипт enemy и добавим свойство scale. Scale равен scale в методе initialize. Теперь собственно, мы можем вернуться в Tower и домножить этот collider size на target enemy scale. Вот теперь это будет работать. Давайте перейдем в Unity и посмотрим. Давайте добавим башню где-нибудь здесь, чтобы она как раз
уже не могла никого трекать. Вот как видите, как только выходит объект, сделаем чуть побольше, объект выходит и сразу же связь с ним теряется. Настало время добавить стрельбу. Переходим в скрипт Tower и добавляем три переменных. Первое — это transform turret. Вторая — это transform laser beam. И также нам понадобится вектор 3 scale для бима. Laser beam scale. В методе awake мы его заинициализируем. Laser beam scale равно laser beam local scale. Так, я тут, по-моему, забыл добавить, да, вызов метода isTargetTracked должен вызываться здесь. Если isTargetTracked или isAcquireTarget, то будем вместо debugLog вызывать shoot, который сейчас и создадим. Создаем private void shoot и будем вращать туретку. Warpoint равно target position turret looked point. Теперь laser beam local rotation будет равен turret local rotation. Теперь будем скейлить. Для начала посчитаем distance между туреткой и поинтом. Distance турет. Position, да. Так, и point. Теперь laser beam scale по Z мы выставим эту distance. А самому объекту local scale равный laser beam scale. Теперь laser beam local position будет равен позиция туретки плюс 0.5 умноженная на distance умноженная на laser beam forward. Перейдем в Unity и попробуем запустить. Нам сначала понадобится перетянуть в prefab туретку и laser beam. Сохраняем и запускаем. Вот они целятся. Хорошо. Теперь добавим логику уничтожения врагов. Перейдем в скрипт enemy и добавим к нему свойство health. Также getter публичный, а setter приватный. Health будем высчитывать в инициализе как 100 умножено на scale. Теперь в методе gameUpdate первым делом проверим, если health меньше или равен нулю, то в Origin Factory будем возвращать себя и возвращать false. Теперь добавим еще метод для take damage. Float damage и просто будем высчитать из health damage. А теперь переходим в башню и добавим у нее поле damage per second. Также serialize field range от единицы до сотни. Pivot float damage per second. По умолчанию пусть будет 10. В методе shoot будем наносить урон.
переходим и пишем target enemy take damage damage per second умноженное на time delta time. У нас может быть получиться, что лазер не исчезнет, когда таргет уничтожен или убежал. Поэтому допишем else laser beam local scale равно vector 3 0. Давайте перейдем в Unity и проверим. Да, уничтожение работает. Я, кстати, заметил интересный баг, что иногда башни могут, видите, переключаться на те цели, которых они не могут достать. Это потому, что враги создаются в нуле, физика не успевает это отследить и прицеливается. А потом враг уже перемещается на стартовую позицию. Чтобы этого избежать, можно заставить физику немедленно синхронизироваться со всеми трансформациями объектов. Давайте сделаем это в методе GameUpdate. После вызова enemies_game_update вызовем physics sync transforms. Теперь все должно работать нормально. Давайте это проверим. Самый простой способ это проверить, поставить сразу башни где-нибудь подальше. Все, они не реагируют. Ну вот, теперь у нас есть работающие башни. Если ролик вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был ProUnity. Пока.